Так, взял я, короче, JG LT-313. Попробуем випух. В команду я сейчас зашел с этой пушкой, там, блин, сплошные читаки. Это рудиска вроде не читерила, а другой зашел. Ночной волк. Мейл штормом стреляет, короче, как из автомата. Ну, блин, я вам скажу, что такая она пушка не особая. На лестнице пошел. Поверху. Похоже, да. Он в уголочек встал. Делает ли что-то по лестнице бегает. Вот разбойник, а. Обманщик. По низам будут рождаться, что ли? Наверху где-то бегает, да? Блин, под конец я, короче, взял все три. Поддержки. У меня там это ядро, по-моему, с черепом. А, так мы выиграли, у них один сливал игру. Чё-то даже не обратил на это внимания. 1-1. Ну, так вроде все честные игроки. Но пушка, конечно, отстойная. С лаком я уже щелкаю все и уже забрал бы. Я тебе скажу. Кто меня, Санек просил или кто? С ней поиграть. Я тебе скажу, что, ну... С ней можно играть, но так, по уровню, короче. Если твои противники не прокачаны, то можно. Если прокачаны точильщики у них, то сложновато. Чё я не присел, а? Видишь, со всех сторон, короче. Сюда пошел один. Раз, два, три, ждем. Сейчас здесь будет. Ра-та-та, и ничего, никакого результата. Enemy
И это что такое? Да, блин. Че за отстой? Как это так? Лулипоп. Киберпанк. Легенда. Зачем вопросительные знаки ставить? Что за ник такой, да? Вопросительные знаки. Как к нему обращаться? Так, 6-минутный видос. Хорош. Следующий смотрите, ребят. В этой же команде, в этом же составе. Короче, еще бой сыграю, и все, и надо работать. У меня портретов гора висит. На Челябинск, блин. На Петрозаводск. Все, врубаюсь.